Всем привет! Бегу, не бегу, а иду к маме. Хотела на машине, но дело в том, что за этот, как его, привезли мне зарядное устройство. Я его, короче, аккумулятор я заряжаю вчерашнего дня. Первый аккумулятор начала заряжать, который считается новый, но он потек. Что-то заряжался, не понять. Зарядился, не зарядился. Ну и дело в том, что это зарядное устройство у меня было электронное, которое у меня крякнуло. Там на 12 поставил, все. И это, она сама выключается. А купили мне теперь такой, который там деление, ну, показывает, как она спускается до нуля. Короче, она у меня не спустилась до нуля. Надоело, короче, ждать. Я его убрала и поставила это старый его родной аккумулятор, и вот он сейчас заряжается. Ну, надеюсь, зарядится, завтра уже можно и машину. Но можно было и сейчас попробовать, но я что-то решила, пойду я пешком. Ага. Вот так что. Но завтра все равно придется съездить до родителей, потому что рыбу везти. Мама рыбу дает, а я рыбу это тащить на себе тяжело. Короче, завтра постараюсь на машине поехать для них. Ага. Ну, после Нового года буду уже думать о новом аккумуляторе. Сейчас денег нету, тем более Новый год. Но не до этого. Вот. Но этот, как ее, зарядное устройство мне еще не понравилось, что мне купили. Ага. Это купили мне на Выборгском. Ну, сама виновата, надо было сказать, чтобы именно в магазине покупали мне. Ага. Зарядное устройство. Ну, все равно придется мне новый купить зарядное устройство. Чтобы была гарантия, а не такое с рынка, как говорится. Но, а мне же надо быстрее было. Ну и вот, зятек заехал, купил мне какую-то непонятную зарядное устройство. Ну, вообще-то я сама виновата, надо было сказать, электронную. Ага. Ладно. Лишнее не будет. Ну, а старый дала я. Ага. Это Кости посмотрит, он может быть исправит старый зарядное устройство, и будет работать она. Ну, о, скоро камера сядет, сейчас батарейку менять буду. Ну, вот. Да, поменять батарейку. Ну, короче, посмотрит он, может, и старую наладит. Угу. Вот. О, сейчас потухнет камера моя. Ну, идут. Здравствуй. Так что сейчас батарейку буду менять. Сядет. Ага. Ладно, отключусь. Смотрите,
В садик ходите? А, сейчас нет, не ходят. Нет? Ага. Не хотят. Да еще то, что болеют очень часто в садике. А? Постоянно. В садик ходят неделю, потом две недели на больничном. Ага. Конечно, не надо ртом, ротиком не надо закрыть воздух. Я дома сижу, и они сидят. Ну, хоть, да? Хорошо. Надо вообще, надо в садик. Надо. Все равно хоть что-то, да все равно занимает. Дома, как правило, всю жизнь некогда. Мама, впереди машина. Старая Булави, говорят, хорошо, садик. Садик? Ну, все вот много Кузнова, Булави уходят. А? Ну что, машина есть, ну, можно? А там, наверное, места нету, да? А в младшей, говорит, есть, а в старшей нет. Нету? Угу. А. Да мы-то и здесь, как бы, у нас место-то чистится. А. Но мы когда в Грузии были, тоже считай, там этот карантин. Мы там, может, силы месяца два ходили в садик и все. Кто дистанционно, хороший кто садик закрывал. А? Хороший садик. Ну, я не знаю. Ну, я у него спрашиваю, вы что-нибудь учите? Нет. Ага. Ну, то, что еще, он же грузинский, же плохо знает. А, ну да, там же, но... Этот не умеет разговаривать, он, ну, ми-ми-ми. Ну, повторяется по-грузински? Нет, этот не знает. Знает? Да. А этот, ему говорят на грузинском, он отвечает по-русски. Ну, ну понимай. Понимаю, да. Самое главное, понимать, ага. Да. Ну, а то я это помню, я смотрю эту Кристину, она живет в Америке. Родила от американца. Ага. И вот, девочка, с ней она разговаривает на русском. Да, а так они говорят на американском. Говорит, да? И она знает Яша, они русский, но Яша! Не может говорить. Ага. Ну, ну, уже стала пытаться. Ну, понимает, да? Уже говорить какие-то слова, ну, русские. Ну, понимает все. Просто как ни крути. Угу. Все равно у них основной язык русский. Они со мной 24 часа. Ну, я, да, русская. Конечно, у них это. Ага. Основной русский язык. Они же начали разговаривать же все по-русски. Ой, жалеем, что вот бабушка, когда нас учила, да? Про бабушки наши. Бабушки учили на учески. А сейчас так это, ну, не знаем, а надо знать. Конечно. Свой язык. Конечно. Ну, знаете, что сороде, здравствуйте. Все, да, все на этом. Ну, а все интересно. Они сидят, бабки разговаривают. Я говорю, ну, что-то там они, чтобы мы не знали, по-своему что-то болтают там. О чем там болтают? Ну, я тоже грузинский что-то знаю. Я понимаю. Я не говорю, но я понимаю смысл. Ага. Ну, не все, конечно. То, что постоянно в речи, которые слова, эти, да. Ага. А если там что-то это... Нет. Еще хорошо фильмы помогают. Вот, допустим, включаешь фильм, ага, вот на грузинском, ты там по, даже по смыслу, ты уже понимаешь, что они там говорят. Ты уже сама это поставляешь. Вот в Грузии много кто по-русски научились говорить именно по фильмам по-русски. Вот грузинки, да, вот эти говорят, что вот фильм ты смотришь, и уже ты понимаешь, в чем там смысл, да, вот фильма. Что за слово? Скажет. Ну вот это фильмы хорошо. Мультики вот детям. На грузинском тоже детей. Да дети вообще быстро схватывают. Ну. Ну сколько вот побыли, он за полгода вообще хорошо. Что ты относишься к гаджетам? Даешь им? Ну, эти телефоны, всякие эти. Ну, очень, как бы, независимые они тебе? Просят, но я не даю. А некоторые есть прям сидят с этих телефонов кусками. И плачут, забираешь, и плачут, да, они, ага. Истерика, прям. Да. Я, конечно, против, чтобы детей, да, вот учить это. Они потом вырастут, сами научат, говорится. Ну. Да они больше меня знают. Наши дети как-то книжки притаскивают. Баба, читай, мама, читай книжки, вот эти сказки, ага. А сейчас этих современных детей, ага, нет, телефон, да, и все. Еще года нет уже. Листает. Ага, шустро еще. Вот, полгода был, уже знал, что где включить. Я не знаю, как. Они все знают, бакал. Ну, куда, вниз вы идете? Ладно, с вами пойду вниз. А я иду до мамы.
Аккумулятор мой сел. Не сел, даже сказать, протек. Ага, я его сейчас заряжаю, блин. Что-то смотрю, он плоховатый. Второй старый вытащил, сейчас второй заряжается. А я думаю, после Нового года только куплю. Сейчас денег нету покупать. Не до этого. Но... пешком тоже полезно ходить. Да, вот и я. А я сюда почти зимой пешком хожу. Редко. Когда нужна вот именно машина, чтобы что-то привезти. Тогда вот едешь, ага. А завтра тем более надо рыбу привезти от мамы, от папы. Он там наловил, пешком бегает, ловит. Да нечем живут. Ему 75 стукнуло. О, молодец. Бегает, ага. Вот папа разговаривал, он говорит, что он это, на махалке бегает. Ага. Пешком прям. Ай, тихо, котяра. Ладно, ага, пока. Пока, пока. Пока. Ну вот, скоротали путь. Уже как-то близко прошла. Осталось-то чуть-чуть. Вот. Так, эта улица у нас называется... Как она же называется? Это улица-то у нас. Это я не все знаю. А, Зеленая улица. Это вот так, а. Зеленая улица идет. Ну. Ну вот. А это улочки. Сейчас просто поснимаю, потом музыку наложу. Снимаю. Да. Привет передавай. Да, Андрюхи, да. Кому-нибудь родственникам, кто увидит. А кто меня увидит? Ну, надо, Николаевск. Не Николаевск. Я куда-то пошла. Магазин. А я пошла до мамы. Что, пешком? А у меня аккумулятора хана. Но вы дали какой? Виктория? Нет, я, наверное, к Любе поднимусь. А, вверх? Понятно. Все ясно. Я думаю, что ты пешком? Да сейчас дороги. Да большинство зимой пешком почти хожу. Редко. Но, а что морозу дать? Греть ее. Ну, в кровать положи. Это как его, двигатель-то не положишь в кровать. Ну, конечно. Но. А я иду, это, смотрю на часы. Костя должен в 4 подъехать к дедушке. А я пошла в магазин, думаю, пойду в магазин, может, нести придется. А он это, рыбку сдать хочет. Заходили. Передавайте привет дочке своей. Увидит. Она все время звонит. Говорит, Галя, тут он фотографировал, тут он фотографировал. Ну и вот, вот и передайте ей привет. Привет! Мои родные, да? Мои родные, ну. А мы с ней разговариваем часто. Она мне звонит почти через день.
Так дома одна звонит, он на работе, она дома. Делать нечего, звонит. Ну, маме каждый день надо звонить. Так каждый день на работе, а что она будет каждый день? Но все равно. Нет. Позвонила, узнала, у мамы все хорошо. Нет, нет, через день это нормально. Каждый день у меня... ну, по стационарному, да? Ну, я по стационарному. А, у вас телефон нет. Вы самый счастливый человек, который нет сотового телефона. А я не хочу, он меня раздражает, ну, его болото. Когда появились, не хочу. А я звоню, мы с Декастри тоже стационар вали. У ней такие и стационар. Ой, мы с ней как сядем на этот телефон. У них сколько, наверное, месяц с лишним не было связи. У них же там, когда вот был сильный вот снегопад и ветер, у них же там повалило столбов целая куча. И вот месяц вот только... Это где? В Декастре? Да. И где-то вот уже в декабре, где-то... Подожди, какого декабря? Уже связь только наладили. Весь ноябрь не было. Столбы повалило, она говорит, как не позвонит, говорит это, ну, Андрей 10 минут давал по мобильнику, говорит, как позвоню это, я говорю, ну, что сделали, она говорит, лежат провода, эти не провода, аж кабеля, через дорогу, а потом уже сделали, приехали хабаровчане, там нету сейчас, своих электриков нету, вот что, сейчас, я говорю, дожили, раньше же учили, а сейчас вот машины ёгали. А сейчас видишь, нету. Раньше же все предприятия посылали, учили людей. Все. Ну бежи, пойду я. Ну давай, до свидания. Здравствуй. Хоть кого-то повстречала. Ну, почти уже это, пришли. Ну, вот. Китраю встретила моей старшей сестры, муж Костя. Это его мама. Вот, Китрая. Живет она рядом с мамой. Ну, вот в этом доме живет. А я же спускаться буду, но рядом они. Так, а я что, дорогу еще проверить, ну, как я завтра поеду. Ну вот, уже пришла почти. Такой свежий воздух, морозик. Ну, вот здесь какая тропиночка. Буран. Это Костя, наверное, на буране здесь дорожку прокатал. Ой. Ну. Ну вот. Пришли. Здесь у Тюрая живет. Здесь мама вон там. Вот так вот. Так, а где мне заехать? Есть где мне заехать, заездка моя. Обычно я вот здесь проезжала. Тух, так сюда. Ага. Негде. Здесь не проедешь. Это вот здесь надо проезжать. Мне. Здесь что ли останавливается? Обычно вот там останавливаюсь. Ну ладно. Здесь так, здесь остановиться. Все. О, папка. Рыбалки. Ого, сколько папа наловил. Пап, привет. Все, рыбки.
Да, сдаешь. Ну. Ага. Ты тебе пешком пришел? Пешком. Хочешь, я буду возьми. Эй, да, машина, если заведется, да. Приеду потом. Подъехать. Костя? Да. А? Торик, ты мой сладкий. Торик мой сладенький. Сладенький. Ты мой сладкий. Сладкий такой. О, все, пришли. Ого, это ты сейчас столько мешков продашь? Натаскал пенькой. Молодец. Тебе помочь? Не надо, я сам. Сам? Да, да. Нифига, нифига себе, папа, наловил столько. Ой, рыбок. Фух. Все, иду домой. Нагостилась у родителей. Все, домой пошла. Так что завтра приеду сюда на машине уже. Ну, вон. Ну, наверное, не видно ни луны. Нет, это звездочек не видно, наверное. Ну. Ладно. Всем пока!